车间是成本又设计三条青彩线，地点由添加剂一瓶提供添加剂准确度，成品的服务好的一种品牌好的Самого какая-то для Volkswagen и для Best Run, как называется, по-моему, да? Антифриз. Как шампунь. Я тоже Для Audi, Volkswagen делают масла оригинальные. Вот они, нашлись, наконец, кто делает. ОЕМ продукты делают. И для Volkswagen行，我给你发一个配套的，好的，谢谢。好，完了，你要是拍的话，拍的话可能没有那么好看，我就大概知道一下就出来了。啊，拍我们德莲的呗，这种配套的还要不要？这种。发Volkswagen для Фавы и для Volkswagen делают. Мы只能卖这种产品。И для Audi. Вот Audi сервис. Получается, они делают именно под дилерские центры Audi. Еще раз. Я первый раз встречаюсь с этим заводом, но вот видите, нашли мы, кто делает. Extension. Extend. Михаил? Excuse me, where are you from? Malaysia. Malaysia? Yeah. You are doing what this time? Вот тоже, кстати, известная очень контора, она называется Coptone или Coptone. Очень большая, очень серьезная на самом деле контора. По продукции как-то они редко встречаются на рынках на самом деле, но здесь, видите, они представлены прям таким прямо стендом, павильоном огромным. Промывки разные.
такие моли. А тут не вставляется, от кого интересно. And after-sales service, and work to expand value chains through vehicle assembly, used vehicle sales, finance, and others. We are driving automation through system design for production processes and through. Thank you. It's the best quality. Singapore. So, this is lubricant from Singapore. I see. This have English version. Oh. Only plastic car, but metal car. Metal car. Metal? No, we don't have. Oh, and okay. We only have the 200 okay. liter. Thanks. 39 Здесь забегал, народу пресс вообще просто. Мы там на экзибишене. Тут у нас номер 340. По-моему, что ли? Сучку едим.那可以去缓解上去。什么叫缓解呢？缓解就本身你这个三千、四千、五千、六千、七千烧一升的，那你一路出现烧机油了，那就出钱缓解掉，不要让它再烧了。那缓解烧机油怎么办呢？有两瓶活塞烷释放剂加到机油里，跑五千公里。我按照新换的一些配件，会建设成本缓解的。
Yes, just the made by our factory. Oh. And some of this is in China. If you have another design, we can make it's our customer's brand. Ah, not okay. Our brand. Okay. We just do OEM made cans. Биобэнк находится в Китае. У них два завода сейчас существующих. Один строится, запускается в 2024 году. Производят они химию в основном. Разную химию абсолютно. Кармочистые. Кстати, в новом дизайне карм с крышкой красивый. Потом всякие очистители панели разные, там пенные, салонные очистители и так далее. Резину жидкую производят, тоже много очень чего. А, полироли панели, ароматизаторы. Сейчас уже начали делать масла, тут воски разные, тут очистители и так далее. Шампуни, т.д. и т.п. У нас есть маленькая доля того, что они, чем они занимаются, что они производят, потому что там сейчас некоторые есть сложности с возом разных партий больших, поэтому приходится вот возить только некоторое количество товара. Флайсак, бренд Нишимото. А что крышки такие, да? Серьезные. Красный зеленый цвет специально, видишь? Thank you.
么小啊？经理，你这个是有些什么特殊的作用和价格？作用价就是我们渠道不同。啊。这两款产品是专门针对油品的。啊，它有什么作用？万种青由防冻液和花籽油自动化学而成，占地面积约近500平方米。中统六个头大自动化口径，可换装防冻液油品各3个口。Пытается делать на басе практически 7 антифриза, на Артега на басе, ну баса больше здесь присутствует. Баса есть завод здесь, свой собственный. Стенд Гудиер. Гудиер, по-моему, если не ошибаюсь, они сами ничего не делают здесь, у них нет завода собственного. Ну, не знаю, я могу ошибаться. Я имею в виду, что они, возможно, делают какие-то шины, может быть, если что-то такое, но химию, конечно же, делают на аутсорсе. По лицензии, видите, официальная лицензия Гудиер. Что производит интересно. А еще заказывают кого-то, сами не производят ничего. Свечи Гудиер. Щетки разные. Мама,